В мероприятии приняли участие 15 машин и больше 40 человек из числа сотрудников патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны и ГИБДД. Личный состав проверили на наличие экипировки и удостоверений. Также сотрудники дежурной части уголовного розыска и участковые уполномоченные доложили об оперативной обстановке на территории района. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз предупредить граждан о безопасности, о необходимости постановки тех же квартир на сигнализацию, которую у нас такие услуги оказывает вневедомственная охрана, и парковка транспортных средств на охраняемых местах. На комплексном разводе присутствовал председатель Совета ветеранов и член общественного совета при районном МВД Михаил Архипов. Он высказал добрые пожелания сотрудникам полиции и рассказал о планах на будущее. Мы хотим построить стелу памяти всем участникам Великой Отечественной войны. И тем ребятам, тем милиционерам, тем полицейским, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Сотрудники МВД отмечают, что в преддверии массовых мероприятий по случаю религиозных праздников в апреле, а также Дня Победы в мае, полиция будет работать в усиленном режиме. Блюстители порядка призывают граждан быть бдительными и сообщать о любых правонарушениях в дежурную часть по телефонам. 8-495-554-93-94. 8-495-554-63-05. Наталья Григорьева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение.